курицы и пепперони. Давайте половините жрать. Подписота 28 апреля. День работников скорой помощи. Три вида шаурмы. Курятина, свинятина, пепперони, запивочная, мой любимый питахайя. Давайте жрать. Пепперонька. Когда пробовал первый раз, говорю, да вроде ничего особенного. Со временем понравился этот вкус с пепперони. Ну и, конечно, свинина кура. Классика навсегда. В идеале ассорти. Понял? Просто курица неинтересна. Просто свининка тоже неинтересна. А свининка, курица и пепперонька очень даже интересно. Ну? Завтра рыбный день. Белый Амур. Ну, белым Амуром меня не удивишь. А вот лещом удивишь. Да, ну, таким собственным приготовлением. Рыбный торговец привез, обычно не привозил. Ладошка. Короче, размером длину две ладошки. Две ладошки. Ну, а белый амуром, в принципе, не удивишь вас. Ну, не знаю, как вас, но меня, я его на постоянной основе. Это классика. Так что, с картошечкой. Лещ можно и с пивом, да? Но мы с картошечкой. Надо будет вот так по-нормальному нарезать, не как я обычно. Радует питахайя. Сколько раз замечал, после пепперони классика меркнет, надо по нарастающей. Курица, свинин, потом пепперонки. Я съел самую вкусняшку, теперь для меня обыденно.
А может, что другая тема, что уже как бы в желудок вкинулся, но был же как бы голоден, да? Блять, называется без микрофона сижу я. Хоть последнюю съем с микрофона. Заключительно. Да.